Пион древовидный. Опыляют пчелочки. Пузыреплодник коленолистный. Начало рабочего дня. Еще не стриглась изгородь. Будет стриженная. Вот такой яркий цвет листвы. Насыщенный. Пион древовидный. Ветреница на фоне барбариса. Барбарис Тунберга оранж. Вот он. Ну, в тени растет, поэтому не сильно яркий. Но все равно, я думаю, с ветреницей. Вот мне нравится, как он смотрится. Ну, тут опять же прополка требуется. Сейчас будет производиться. Флокс шиловидный. И пузыреплодник коленолистный бордовый. Вот пузыреплодник. Флокс шиловидный и мини-ирис. Мини, потому что маленький. Стоит на своих ногах. Вот такой красивый. Мне очень нравится сочетание вот этого флокса сиреневого и такого красивого сиреневого ириса. Перед нами самшит вечно зеленый, и на нем я вижу какое-то поражение. Да? Кто это такой? Вот еще одно растение на самшите вечно зеленом. Ну, сейчас я уже однозначно уверена, что это вредители. Вот, можно рассмотреть. И здесь и паутина, и какие-то белые. Что это? Яйца, личинки, какашки вредителей. Мы не знаем, что это, но, конечно, очевидно. Вообще на червеца похоже. Может быть, это червец, как вы думаете? Ну, кто бы это ни был, завтра я устрою им всем апокалипсис. Ну, вот я провела анализ. Как я и думала, это мучнистый червец. Провела я исследование, посмотрела укрупненно, и уже, в принципе, необходимость проводить консилиум отпала. Действительно, это червец на самшите, массированное поражение, просто огромное количество червецов. Вот это тело червеца покрыто вот этим вот пухом, то есть вот эти вот крупинки, это и есть червецы, и они жрут самшит. Конечно же, самшиту будет плохо, если мы не расстанемся с червецом, поэтому завтра придется мне устроить червецам геноцид. Так я и поступлю. Вот. Вообще мучнистый червец мне хорошо знаком по комнатным цветам, но вот на улице я первый раз его в дикой природе, так сказать, встречаю, причем в таких огромных количествах, просто массовых. Ну вот, завтра загеноцидим его системным каким-нибудь инсектицидом. А это уже мини-ирис и белые флоксы шиловидные. Симпатичное местечко. Флокс шиловидный и живучка ползучая. Вот это синяя, это живучка. Вот меня неоднократно спрашивали, что живучка – это такой прям сорняк-сорняк, который, куда его вообще сажать, чтобы он всю клумбу не испортил. Так вот, с флоксом шиловидным, если флокс уже достаточно хорошо разросся, живучка прекрасно дружит. Она не в состоянии победить флокс, и она не залезает в него так слишком сильно. Вот она чуть-чуть вклинилась, но всего вот одно растение сюда. Остальная живучка растет уже отдельно. Вот, с флоксом шиловидным, с седумом, с различным, она может нормально расти, с тимьяном ползучим, с гвоздикой, травянкой, песчанкой, этой венгерской и так далее. То есть с такими вот другими почвопокровными, достаточно агрессивными растениями. Ну, конечно, лучше, чтобы на расстоянии каком-то они росли. Блин, ползет пчела на меня, отойду. Живучка ползучая хорошо себя чувствует с мини-ирисами, вот. Этот уже отцвел, но они примерно в одно время цветут, то есть друг другу не мешают, нормально растут. И с высокими растениями будет хорошо живучка. Она может прекрасно сочетаться с розарием, с каким-нибудь там еще, с какими-то пионами. То есть там, где масштабность растений разная. Живучка ползучая полянками хорошо себя чувствует. Вот сейчас покажу соснытью пестролистной. Ну, здесь полянка теневая, поэтому лист у нее пестролистным не выглядит. Она зеленая. На солнце красный бы был лист, такой бурый. Ну и вот рядом, например, сосны тью пестролистной. Они прекрасно теневой,
такой теневой кусочек сада занимают. Вот они, такие же цветы. Это называется сныть пестролистная. Это растение красиво за счет того, что у него вот такие вот пышные красивые листья подушкой стоят. Оно сажается в тень в основном, туда, где другие цветы будут плохо выживать. Это растение очень теневыносливое. Мини-ирис такой бежевый, интересный. Сейчас нашему вниманию предоставляется самый красивый муравейник. Здесь была клумба, но она и есть тут. И вот эти цветы, их облюбовали муравьи. Конечно, они цветы эти портят. Но смотрите, какой муравейник получился. Здесь и седум разных видов, да, на этом муравейнике. И флокс шиловидный. И вот цветет седум тоже. А цветок этот шестирядный, форма ауры, отцветет. И какой эстетически красивый вышел муравейник. Просто чудесный. Даже как-то рушить его жалко. Вообще муравьи, они умнее людей, по сути. Ну, я шучу, конечно. Не умнее людей, но они очень умные. Реально разумные. И даже жалко причинять им какой-то вред. Такую красоту построили они.